Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Елена Прокопьева. Сегодня в нашем выпуске. В пятницу прошел заключительный этап трудовой акции «Молодежь в городе. Молодежь для города-2014». А в субботу члены депутатской группы «За Ильичевск» провели акцию по уборке пляжа, расположенного у базы отдыха «Радужный». С пятницы по воскресенье в летнем зале Ильичевского морского торгового порта проходил фестиваль украинской песни «Сербневый заспев». В этом году чемпионат Украины по парусному туризму, который традиционно проводился в районе Арабатской стрелки в Крыму, принимает наш город. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Військовим збором будуть обкладатися зарплата та інші платежі, які входять до фонду оплати праці, а також виграші в лотерею, повідомив на прес-конференції в понеділок глава Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. Ці 1,5% отримуються з доходів фізичних осіб у формі зарплати і інших доходів, які входять до фонду оплати праці найманих працівників, а також з поточного або компенсаційних виплат, які нараховуються у зв'язку з трудовими відносинами або цивільно-правовими договорами. Збір також буде стягуватися з виграшів у державну лотерею, пояснив він. Білоус пояснив, що військовий збір платитиме найманий працівник, 1,5% будуть отримуватися із зарплати. Втім, військовий збір не стосується тих категорій населення, які не отримують доходів, що входять до фонду оплати праці, зокрема пенсіонерів. Київський міський голова Віталій Кличко обіцяє відновлення гарячого водопостачання киянам у вересні. Він наголосив, що нинішня проблема відсутності гарячої води у квартирах пов'язана в першу чергу з політичною ситуацією, з обмеженням постачань російського газу в Україну. Посадовець зауважив, що зараз місто і вся країна переходять на альтернативні джерела енергозабезпечення. Зокрема, на ТЕЦ «Київенерго» вже сформовано мінімальні запаси мазуту, на який вони можуть перейти в разі потреби. І ці запаси збільшуватимуться. Віталій Кличко також звернувся до жителів міста, запропонувавши тим з них, у кого є така можливість, переходити на альтернативні види опалення. Зокрема, власників приватних будинків Кличко закликав переходити на твердопаливне опалення, а у квартирах багатоквартирних будинків встановлювати електричні бойлери. Українська авіакомпанія Atlas Jet Україна, яка є дочірньою компанією турецької Atlas Jet Airlines, планує з 15 вересня почати польоти до та з України. Про це в понеділок повідомив президент авіакомпанії Atlas Jet Airlines Алі Мурат Ерсой. Генеральний директор Atlas Jet Україна Сергій Підгородецький в свою чергу зазначив, що авіакомпанія планує виконувати внутрішні рейси з Києва до Одеси, до Львова, а також міжнародні рейси з Києва, Львова, Харкова та Одеси в Стамбул, а також рейс Одеса-Тель-Авів. США розірвали угоду з Росією про співпрацю в ядерній сфері. Ця співпраця вважалася однією з найбільш перспективних. Угода була підписана майже рік тому між міністерствами енергетики США і Росії. Зокрема, вона надавала ученим двох країн взаємний доступ до ядерних лабораторій. Втім, нині всі заходи в рамках угоди скасовані. Представники відомства заявили, що причиною стала анексія Росією Криму. Російський мільярдер Геннадій Тимченко, який потрапив до списку санкцій США після анексії Росією Криму, як особа наближена до президента Росії Володимира Путіна, заявив про готовність віддати державі або на благодійність всі свої статки. Можу сказати чітко і виразно, якщо знадобиться, завтра ж передам все державі. Або на благодійність лише б пішло на користь, заявив Тимченко, статки якого російський журнал Forbes оцінює в понад 15 мільярдів доларів,
а в рейтингу «Найбагатші бізнесмени Росії» поставив його на 6-те місце. Мільярдер висловив готовність віддати свій стан без зайвих роздумів. «Ми з дружиною багато разів обговорювали тему. Особисто нам мільярди не потрібні», – додав він. А дітям, за його словами, багато грошей давати не можна. Будучи одночасно громадянином Росії і Фінляндії, Тимченко є основним акціонером другого за розміром російського добувача газу «Новотек», що став однією з цілей нового пакету економічних санкцій, введених США і Євросоюзом за роль Москви в українській кризі. У інфекційній лікарні міста Одеси всього за останні три доби поступило 175 дітей. Основний чинник попадання у інфекційне відділення – це купання в морі. Зараз в Одесі закрито для водокористування два пляжі – Аркадія і Лузановка, де, як і на інших ділянках узбережжя, проводився відбір води на виявлення лактопозитивних чинників і на кишкову групу. За словами співробітника головного управління санепідемслужби Людмили Красницької, проби води на пляжах беруться на відстані 5 метрів та 50 метрів від берега. Тому діти завжди знаходяться в групі ризику, купаючись біля самого берега, де аналізи води навіть не проводилися. Я хочу звернутися до батьків, які водять на море своїх дітей, з проханням не робити цього. Діти купаються в тій зоні, де не беруть проби, вони заковтують воду. Побережіть своїх дітей. Особливо мова йде про малюків від року до 4 років, звернулася санітарний лікар до одеситів. В пятницу в развлекательном комплексе «Метрополис» состоялся заключительный этап трудовой акции «Молодежь в городе. Молодежь для города 2014», в рамках которого прошла конкурсная программа «Танцы народов мира». Популярность трудовой акции «Молодежь в городе. Молодежь для города» растет с каждым годом, и к ней приобщаются все больше подростков. Участвуя в работе лагеря, дети могут не только потрудиться на благо города и заработать деньги, но и с пользой провести свое свободное время. В этом году число участников акции достигло рекордной отметки – более 840 человек. Спасибо большое нашей власти за то, что нам добавили деньги на оплату тех, кто очень хотел участвовать. Ну, нам изначально не хватало средств, сейчас добавили, и у нас есть возможность оплатить всем детям участие в акции. За прошедшие два этапа акции ребята выполнили большой объем работ по благоустройству родного города и проявили особенное усердие и энтузиазм в работе. Очень трудолюбивые дети, и когда они приходят, когда они приходили работать, мы им предлагали участие в каких-то конкурсах, викторинах, соревнованиях, потому что у нас не только лагерь труда, у нас еще лагерь отдыха, то дети говорили: да не надо нам ничего, не надо нас развлекать, давайте нам работу, и мы будем работать. В этот год дети вычистили все дорожки города Ильичевска от травы. Они убрали возле территории Дворца культуры, они убрали, привели в порядок площадку возле детской поликлиники. Разрисуют еще впереди, это пока стену реабилитационного центра. Поэтому запомнился год большим количеством детей, конечно, большим, но и их трудолюбием. На заключительном мероприятии акции «Молодежь в городе. Молодежь для города» участники показали свои хореографические таланты в конкурсе «Танцы народов мира». Обязательным условием для всех команд было участие бригад в полном составе. Одной из целей акции – благоустройство города ясно, уборка в городе ясно, бережное отношение к своему городу понятно, но еще и желание их подружить между собой, чтобы они оставили свои планшеты, оставили свои мобильные телефоны и поняли, что друг с другом можно также хорошо общаться, разговаривать, и это тоже весело, интересно и задорно. Уже второй год подряд организацией конкурсов, викторин, квестов и других развлекательных мероприятий занимается творческая группа волонтеров. В ее состав входят много ребят, которые пришли в акцию еще несколько лет назад, прониклись ее особенной атмосферой и приобрели настоящих друзей. Я в этой акции уже третий год. Первый год я пришла сюда случайно, просто как обычный участник акции. После этого я стала волонтером, в принципе, и потом пошла уже в творческую бригаду, так что в творческой бригаде второй год. Очень нравится, нравится с детьми проводить время, и не как нынешняя молодежь там дома за компьютером, а хотя бы с пользой. В последний день акции волонтеры и участники вспоминают самые яркие события уходящего сезона. Больше всего запомнился паёк. Так интересно было то, что
разукрашиваем друг друга постоянно. Играем в карты такое. Траву вырываем такое. А так, хорошо, хорошие бригадиры попались. Вот лично нам, как творческой бригаде, очень-очень запомнился наш фейс-арт на тему Хэллоуин, потому что дети разрисовывались. Мы не ожидали даже такой реакции, потому что они были очень страшные, очень забавные, очень смешные, и очень понравилось. Ну и самые такие, наверное, главные мероприятия — это у нас все-таки квесты. Вот заключительный концерт, который придет сегодня, и мы надеемся, что всем детям очень-очень это понравится и запомнится еще надолго. Выступление команд-участниц оценивало строгое, но справедливое жюри, в состав которого вошли специалисты Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, гости и волонтеры акции. По результатам всех конкурсов третье место завоевали ребята из бригады «Кока-Кола». На втором месте бригада «Клевер», а победителем стала бригада «Созвездие». А зараз пропонуємо вашій увазі звіт про надходження до Державної податкової інспекції у місті Іллічівськ запитів на отримання публічної інформації станом на 1 серпня поточного року. З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Державної податкової інспекції у місті Іллічівську, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами, відповідно до Закону України про доступ до публічної інформації, до Державної податкової інспекції міста Іллічівська станом на 1 серпня поточного року надійшли поштою від юридичних осіб 4 запити з проханням надати публічну інформацію із посиланням на вищезгаданий закон. З них 2 запита задоволені частково у відповідності до статті 22 цього закону. По одному запиту у відповідності до цієї статті закону відмовлено, та один запит задоволено повністю. Усі відповіді на запит на інформацію надіслані запитувачам поштою або видано на руки в терміни відповідно до чинного законодавства України. Запитувачі, зокрема, звернулися з проханням надати інформацію щодо реєстраційних даних платників податків, діяльності підприємства та інших відомостей про третіх осіб, адреси масової реєстрації та підтвердження відсутності заборгованості з конкретного виду податку. Очередную трудовую акцию по уборке прибрежной зоны провели в субботу члены депутатской группы «За Иличевск». В этот раз депутаты и неравнодушные к чистоте иличевцы занимались наведением порядка на пляже, расположенного возле базы отдыха «Радужный». Ни разгар курортного сезона, ни 30-градусная жара не стали помехой для проведения субботника. Это уже вторая акция по уборке пляжей, которую проводит депутатская группа «За Иличевск». Подобный субботник состоялся в июне на пляже профилактория «Чайка». В августе депутаты принялись за наведение порядка на пляже возле базы «Радужный». Депутаты собрали финансовые средства, оплатили официально в ГУЖКХ работу трактора. Трактор с 4 утра навел порядок. И сейчас депутаты нашей группы продолжают работать на территории возле базы отдыха «Радужный». Ежедневной уборкой, согласно требованиям паспорта пляжа и бдительным вниманием коммунальных служб, на сегодняшний день может похвастаться только центральный городской пляж Иличевска. Пляжи Иличевска получили голубой флаг. И очень важно, чтобы этот голубой флаг был на виду не только в начале сезона, когда все еще людей нету, там убрано и так далее. А важно, чтобы он поддерживался весь сезон. К сожалению, по ряду обстоятельств такая забота о чистоте не распространяется на пляж базы «Радужный», хотя он по-прежнему является излюбленным местом отдыха как иличевцев, так и гостей города. Наша группа сделала такой субботник для того, чтобы людей привлечь, для того, чтобы привести пляжи в порядок не просто один день, а постоянно смотреть за ними, для того, чтобы людям было приятно отдыхать. Это наш имидж города, имидж нашей Украины, собственно говоря. Вот. Поэтому вот этот порядок, если мы будем поддерживать, это будет привлекать туристов, будет привлекать наших граждан Украины, граждан зарубежных стран. Вот. А это для города очень важно. На призыв помочь в уборке пляжа возле Радужного откликнулось более 20 молодых иличевцев. Они считают, что такие акции нужно пропагандировать и проводить чаще.
Мы узнали о том, что депутатская группа за Ильичевск проводит субботник, ну, по уборке пляжа, по уборке территорий. Решили присоединиться, то есть активисты нашего движения, помочь в уборке территории, ну, облагородить пляж. База отдыха «Радужный» уже сейчас закрыта, и здесь набросали мусора, всяких кульков, бутылок, битого стекла, сигаретных окурков. Все работают, работают уверенно, ну и готовы, если нужно будет, собираться на субботники каждую там субботу или там, ну, пока это будет нужно для города, для пляжа, для нашего. Конечно, не каждый отдыхающий поменяет принятие солнечных ванн и купание в море на участие в уборке пляжа. Я хочу, ну, призвать всех жителей по возможности, чтобы, ну, не сорили на пляжах, потому что есть территории, которые, к сожалению, порт в прошлом году и в этом году, ну, эту территорию не убирает, поэтому она, ну, была сильно замусорена, запущена. Богатство нашего города, черноморские пляжи, должны быть чистыми и ухоженными. А лучшей наградой для ильичевских пляжей, помимо голубого флага, может стать бережное отношение к ним людей. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей. В связи с плановыми ремонтными работами во вторник, 5 августа, в период времени с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия в городе Ильичевске по улице 1 мая в домах номер 2, 2А и 6, по улице Парковой в домах 25 и 26, а также в детском саду номер 21, элит-теннис-клабе, бывшем магазине «Мебель», телекоммуникационной компании «Вега», отделение банка «Пивденный», швейном цеху, магазине «Первомайский». Еще в этот день в связи со срочными ремонтными работами на воздушной линии 10 кВ в период времени с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия в селе Бурлачья Балка, в администрации села, в школе, железной дороге на Рыбпорт, в садовых обществах «Виноградарь» и «Таир», причале номер 423, геологическом порту, плавмастерский, предприятиях «Украина», «Маяк», «Приват Морепродукт», «Черномортехфлот», «Спецлогистика», «Универсал Пром», «Рыбфлот», «Золотое Руно», «Трумэн Электро», «Лиман», «Одиссей» и «Орел». Также в этот период времени будет обесточена артезианская скважина. Ильичевский РЭС приносит свои извинения за причиненные неудобства. По сведениям Ильичевского городского отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, в период с 29 июля по 4 августа спасатели выезжали на 18 вызовов, из них 11 выездов были для тушения горевшей сухой травы. Два раза ильичевские пожарные тушили возгорание в гаражах. Во вторник, 29 июля, в поселке Великодолинское по адресу улица Ленина, 27, а в среду, 30 июля, в гаражном обществе «Жигули». Еще в этот день спасатели выезжали на 8-ю линию садового общества «Волна», где горел деревянный сарай, и на улицу Героев Сталинграда, где возле дома номер 1В горела кабина автомобиля «Газель». В пятницу, 1 июля, ильичевские пожарные снова выезжали в поселок Великодолинское, где по адресу улица Мизикевича, 55, горел брошенный склад. Два выезда спасателей были не связаны с тушением огня. В субботу, 2 августа, в 8 часов утра, они выезжали по адресу улицы Данченко, 5, где в одной из квартир подгорела пища с сильным выделением дыма. Без четверти 5 вечера того же дня они выезжали по адресу улицы Карла Маркса, 2А, где из квартиры на 5 этаже на крышу козырька подъезда выпал мужчина 1984 года рождения. А сейчас информация коммунального предприятия «Ильичевск-Водоканал», которое доводит до сведения населения и руководителей предприятий и организаций, что в связи с отключением электроэнергии службы РС во вторник, 4 августа, с 9 до 17 часов дня будет снижено давление подачи холодной воды. Вода будет поступать до 4-5 этажа в доме номер 2 по улице 1 мая. «Ильичевск-Водоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства. В Ильичівську завершився фестиваль української пісні «Серпневий заспів», який проходив на протязі 3 днів у літній залі культурно-ділового центру Ільичівського морського торгівельного порту. З
Святковою ходою від музею образотворчих мистецтв традиційно відкрився у нашому місті 8-й фестиваль «Серпневий заспів» імені Юрія Штельмаха. Участь у святі прийняли 17 хорових колективів зі всієї України. На півдні України це єдиний фестиваль хорового мистецтва, тому для нашого міста це дуже важливе мистецьке свято, яке неповторне, і для нас це фішка, це візитівка нашого міста. Вже другий раз поспіль на пісенний фестиваль до Лічиська приїжджає однофамільниця Юрія Штельмаха Валентина Штельмах. Ми в прошлому році були, ми як приїхали в це місто, воно нам так сподобалось, таке красиве місто, такі хороші люди, так добре нас прийняли, що ми от, ну, як на крилах тут, наче ми вдома тут. Цього року Україна відзначає 200-річчя з дня народження великого українського поета Тараса Шевченка. Тому пісні на вірші Кобзаря входили обов'язково в програму фестивалю. Також кожен з учасників мав виконати українську народну пісню та твір Юрія Штельмаха. Для глядачів фестиваль є чудовою можливістю поринути у чарівний світ української пісні. Для мене цей фестиваль – це дуже така радісна, це такий ковточок холодної, тої джерельної водички. Дуже класно, що в нашому російськомовному, в принципі, місці так шанують українську пісню. Усі учасники фестивалю української пісні «Серпневий заспів» були відзначені дипломами та запрошені на майбутній фестиваль, який планується провести наступного року. Завершает наш сегодняшний выпуск спортивная информация. Чемпионат Украины по парусному туризму, который традиционно проводился в районе Арабатской стрелки в Крыму, в этом году принимает Ильичевск. За первое место будут сражаться 9 команд из разных городов Украины. 3 августа в нашем городе стартовал чемпионат Украины по парусному туризму. Штормовой ветер и непривычное место проведения соревнований вовсе не являются помехой для закаленных в морских и речных походах туристов. В Украине ежегодно проводятся соревнования в этом трудном, но зрелищном и увлекательном виде спорта. Кубок уже прошел. Сильнейшие команды, там их было 24 команды, здесь у нас всего 9. В связи со сложной обстановкой ни одной команды самых развитых в парусном туризме, Донецкой и Луганской, у нас нет, к сожалению. В нынешних состязаниях принимают участие команды из Одесской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и других областей Украины. Этот чемпионат отличает как небольшое количество участников, так и место проведения соревнований. Для нашего города это впервые такое очень интересное мероприятие. Федерация спортивного туризма Украины обратилась к городским властям о проведении парусного туризма в нашем городе. И для нас это, конечно, было интересным таким вот моментом. Мы всегда проводили чемпионаты в Крыму вдоль Арабатки или вдоль западного побережья. Сейчас мы вот вынуждены провести здесь. Я думаю, испытаем ваш регион, если он нам понравится, будем здесь проводить, потому что люди очень доброжелательные, море оно черное. План проведения чемпионата включает несколько этапов. Согласно правил проводятся две дистанции. Это ралли, вот сегодня стартуем ралли, и треугольник. Это дистанция, так сказать, с одного места старт и здесь же финиш. Кто лучше идет против ветра и за ветром. После парада участников на мачте катамарана, команда которого завоевала Кубок Украины нынешнего года, под звуки гимна поднимается государственный флаг.
Виталий Коваленко, участник соревнований из Киева, занимается парусным туризмом более 20 лет. За плечами его команды многочисленные походы и победы. Последнее соревнование – это Кубок Черкас. Это весной этого года было. Вот там выиграли, первое место заняли. В активе уже, в принципе, все, что можно было у нас, все имеется. Сейчас идут последние приготовления к старту. Еще раз проверяются крепления и снасти катамарана. Необходимое снаряжение для трудного похода. Это надувные разборные парусные катамараны. Вот. Они делятся между собой на группы по площади парусности. В первый день соревнований стартует маршрутная гонка. Несмотря на шквальный ветер, катамараны один за другим выходят в море. И команды начинают борьбу с соперниками и со стихией за золото чемпионата Украины по парусному туризму. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Сегодня с вами была Елена Прокопьева. Всего вам доброго. До свидания.